Так, очередная распаковка. Сегодня 4 посылочки. 3 маленькие, большая. Сейчас вот начнем по бычью. Самый маленький. Буду прощупывать эту тормозную колодку. Обычно заказы периодически стираются. Почему-то одна. Вот такая. А стандартная, в принципе. Почему одну прислали? Ладно. Следующая. Очень маленькая. Тут что-то очень маленькое. О! Очередной домик за 10 рублей. Сайта Пандау, но это какой-то странный домик. Да, один буду даже его вставать. Еще какая-то маленькая мелочь. В большом конверте. Не могу маленький положить. Так. Папа, это что? Не знаю. Что? По-моему, маяк. Будет маяк. Для вашего мультика про маяк, да? Может, то. Странно. Какая-то копеечная штучка. Это храм будет. И последняя. Да, сегодня посылки какие-то неудачные. Я не знаю, что здесь. О, трава пришла. Для мультика. Ну, это вот так вот. Круто. Гигантская трава. Я, честно говоря, думал, это покрытие будет немножко другое, что ли. Папа, это гигантская. Гигантская. А будет она как бы вдалеке стоять. Цветочками. Вот. Неудачная сегодня у нас распаковка, какая-то ерунда. Честно говоря, травка-то... ладно, подписывайтесь. Впереди интересные посылки идут.